Пирло. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланг. Джерард. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Это может быть опасно. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Спасает Ба. И вратарь спокойно забирает мяч. Ну, будем откровенны, удар акцентированным и сильным не вышел. Поэтому здесь голкипер сыграл просто уверенно и надежно. Звучит свисток. Чуть-чуть, но в офсайде он был. Ибрагимович. Рамос. Пирло. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Глик. Джеро. Отлично сыграно. Надо решать. Рамос. Ба. Удар поворотом. Вступает в игру вратарь. Все под контролем. Пас с фланга. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Тренер домашней команды меняет тактику. Да, он дает указание применить командный прессинг. Ну что, сейчас пойдет совсем другая игра. Совершенно логичное решение. Хорошая скидка партнера. Месси! На месте голкипер. Все в порядке. Игра остановлена. Будет угловой. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Пирло. Кьер. Ибрагимович. Пирло. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Итак, у нас аут. Может получиться интересная атака. Хорошая передача. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Кьер. Джеро. И вот потери в центре поля. Командный прессинг применяет наставник домашней команды. Пытается найти более выигрышную тактику. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Аут. Адурис Субельди. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. Ибрагимович. Все верно. Края надо чаще задействовать. Загружает мяч в штрафную площадь.
продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Не стал давать свисток. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафом. Пересек мяч боковую линию. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Камачо Барнола. Мяч за боковой линией. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Ибрагимович. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Глик. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Рамос. Какой перехват! Великолепно сыграно! Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Да Сильва. Пике Бернабеу. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. 3 минуты будет добавлено. Рамос. Да Сильва. Модрич. Это может быть опасно. Это угловой удар. Итак. Нас ждет второй тайм на Emirates. Рамос. Да Сильва. Модрич. Ибрагимович. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Великолепная игра в пас. Ну, послушайте, надо... Решил пробить. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Модрич. Месси. Это может быть опасно. И навес. Нужно забивать. 100% возможность. Гол. Они вышли вперед.
И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? Долго ждали болельщики этого забитого мяча. И, наконец, дождались. Тут может что-то получиться. Потерял он мяч. Но кому он достанется? Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Буатен. Рамос. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Это угловой. Опасная передача. Неточная передача. Вратарь без труда забирает мяч. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Отлично сыграно, надо решать. Месси! Вот это спасение! Угловой. Просят поторопиться игроков-хозяев болельщики гостевой команды, свистит их сектор. Ничего удивительного. Гости проигрывают, а хозяева отказываются форсировать события. Это ему абсолютно ни к чему. Пике Бернабеу. Великолепный гол. Перевес в счете вследствие перевеса в игре, инициатива, мяч, территория, количество опасных моментов. Все на одной половине поля, ну и вследствие всего этого на табло. Здрасте, пожалуйста. Согласен, форвард сейчас просто взял и съел защитника. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Джак. Это может быть Вот это удар! Каков удар, таков и сейв. Оба хороши в этом эпизоде. И вратарь, и тот, кто бил поворот. Ну, с героем матча все понятно. И, конечно, это вратарь. Командный прессинг применяет наставник домашней команды. Пытается найти более выигрышную тактику. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Да Сильва. Судья позволяет продолжить атаку. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Офсайд, нет никаких сомнений. Модрич. Четверть часа еще играть командам до конца основного времени матча. Рамос. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Потерял он мяч, но кому он достанется? Рамос. Камачо Барнола. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. В этой атаке оборону пройти не удалось. Мяч ушел в аут. Много еще играть. 10 минут. И тренер домашней команды дает указание перейти к командному прессингу. Любопытное решение. И давайте посмотрим, к чему это приведет. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Убрал защитника с дороги. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Ба.
Джака. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Пересек мяч боковую линию. Тут может что-то получиться. Тут защита справляется с потерей мяча. Неплохо действует игрок. Опасно! Мяч прошел рядом со стойкой ворот. Напряжение в матче нарастает. Команда всеми силами старается как минимум уйти от разгрома. Но для начала нужно как можно скорее забить. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Будет штрафной. Генич лет 20 назад с таких забивал. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такое всегда карается штрафом. Атака остановлена, но кто получит мяч? Дорожить нужно мячом, а не дарить его соперник. Отличный чистый отбор. Совершенно логичное решение. Хорошая скидка партнера. Месси! И навес. И нужно забивать. 100% возможность. Гол! Они вышли вперед. Отлично сыграно. Надо решать. Месси! Пике Бернабеу. Великолепный гол!